интернет-магазин является дистрибьютором 30 марок различных, да, воды бутилированной. Плюс это продукция, которая полезна, которая широко используется нашими покупателями для дома, для офиса, кроме воды, да, все, что может быть дополнительно. Кроме того, мы сейчас настолько расширяемся, что у нас плюсом это фермерская продукция, да, также сейчас уже представлена. Вот. То есть все, что... То есть мы идем по пути удобства для клиента, да, то есть чтобы с нами было удобно, чтобы мы могли доставить клиенту все, что ему необходимо, чтобы клиенту не нужно было заходить вечером в магазин. Регион доставки Санкт-Петербург, Ленинградская область. Работаем мы 12 лет, вот, но вот именно работали все время как только по воде, да, но и буквально второй год, когда мы расширяем ассортимент, сейчас будет новый сайт, потому что, да, вот уже очень много продукции, и правильно ее классифицировать и так далее, да, уже будем в новом сайте. В прошлом месяце у нас было 396, если я не ошибаюсь, новых клиентов. Это новых клиентов, да. А плюс заказы нашим существующим клиентам, которым мы расширяем ассортимент, да. То есть, например, клиент заказывал воду, позвонил, мы ему рассказали о том, что вот у нас появились фермерские продукты, да, у нас появился такой-то мед, у нас то-то, 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 да, и клиент уже там выбрал там. У нас есть даже автоматический заказ, то есть по графику, да, то есть это офисы, например, даже квартиры, да, которым мы, например, по графику привозим и воду, там и тот же мед, там и орехи и так далее, да, и памперсы. Да, мы расширяем ассортимент, и в связи с этим вот мы сегодня, да, пришли на эту выставку для того, чтобы найти новых поставщиков, которые были бы интересны нашему покупателю. Почему сложно вообще найти поставщиков, да, и не то, что даже найти, может быть, легко найти, но сложно с ними работать, да, почему? Потому что главное у поставщиков, то есть хороший продукт, да, но этот продукт они не хотят никаким образом продвигать, да, то есть не каких-то акций, да, не каких-то акций где-нибудь там в магазинах тех же, да, то каких-то торговых центрах, да, дегустации проводить не хотят, то есть не идут на диалог. Какой-то продукции элементарно для того, чтобы попробовал продажник, который будет продавать ее, да, в офисе по телефону, в телемаркетинг, да, также предоставлять не хотят. Да? Клиент при доставке какого-то, может быть, другого продукта, да, мог попробовать еще плюс это. Да, то есть готовность идти на поставщика идти на вот рекламу, да, на собственную рекламу, то есть вложить деньги в собственную рекламу. Потому что сейчас поставщики хотят сделать так: мы вам привезем 20 тонн продукции, а вы там рекламу, это все продажи сами организуйте, да, и вот пусть это все как бы себя двигает. Ну, то есть это невозможно сделать таким образом, да, то есть обязательно нужно, чтобы о продукте узнавали, да, не только чтобы мы его продвигали, потому что если никто его не знает и двигаем его только мы, это очень сложно, да, то есть это должно быть обоюдно, то есть поставщик и тот, кто продает, да, то есть интернет-магазин, неважно кто это, они должны работать в таком вот союзе, да, то есть мы со своей стороны, да, обеспечиваем как продажи, да, обеспечиваем там опять-таки еще раз, да, рекламу в сетях там и так далее, через свой сайт, рекламу через наших продавцов, да, телемаркетинге, либо приходим к клиенту, да, и так далее. А производитель должен поддержать вот таким образом. Производителей мы приглашаем, вот сейчас тоже производители, которых мы искали, это фермеры, фермерская продукция, да, и плюс эти производители должны производить качественную продукцию, то есть что это сюда входит, то есть такая продукция должна быть без гормонов, да, без добавления каких-то химических, да, веществ, вот, она должна быть свежей, она должна соответствовать, ну, требованиям, да, там, ГОСТам и так далее, то есть должны быть все сертификаты и должна быть удобная для нас доставка, да, для того, чтобы мы могли клиенту это доставить все свежим, да, то есть чтобы это не доставлялось там 5 дней, да, там, или, и так далее, не собиралось какими-то частями, да, то есть вот сегодня произведено, завтра утром это уже на столе у нашего клиента.